Буквально два года назад здесь, в Лапино, мы с Марком Аркадьевичем, когда в основании этого комплекса заложили спирали, Марк Аркадьевич, вы сказали золотую, я правда не знаю, золотая или нет, то, Андрей Юрьевич, за это время рождаемость в Одинцовском районе увеличилась на 35%. Сегодня мы открываем вот этот прекрасный корпус. Но я хочу сказать, что за время строительства Марк Аркадьевич немножечко передумал. И сегодня вместо перинатального центра открывается самые лучшие, самые красивые, самые-самые-самые-самые, вы все это увидите, посмотрев, хирургический госпиталь. Мне очень приятно видеть здесь много знакомых лиц, потому что все, кто сегодня здесь присутствует, приложили очень много своих усилий, своего профессионализма, своего сердца для того, чтобы это открытие сегодня состоялось. Я была уже в этой клинике, когда она строилась, и я видела, что даже доктора жили на стройке. В этот госпиталь вложены все современные знания, все современные технологии, которыми на сегодня обладает мировая медицина. И очень приятно, что сегодня такой госпиталь появился на карте России. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, конечно, для всех собравшихся здесь волнующий момент. К тому же мы немножко задержались, и это волнение, особенно оно передается, конечно, на Марка Аркадьевича и его дружный коллектив, чуть продлили. Но вместе с тем мы собрались сегодня здесь для того, чтобы открыть новую, самую современную клинику, которая подарит жизни огромному количеству наших россиян. Хорошо известно, что клиника «Мать и дитя» пользуется безупречной репутацией. Здесь работают самые подготовленные, самые неравнодушные, очень внимательные и чуткие люди. Во многом это стало возможным благодаря профессионализму Марка Аркадьевича, благодаря той миссии, которую этот коллектив великолепно выполняет не только в Москве, в Московской области. Дорогие друзья, дорогая Ольга Юрьевна, я хочу сказать, Андрей Юрьевич, Андрей Леонидович, Кирилл, я уже извиняюсь, имена будут. Да. Я хочу сказать, что сегодня это большой общий праздник. Я хочу сказать, что если развивать историю этого вопроса, что все началось здесь, вот благодаря вот Тимуру Калиновскому, я прошу посмотреть, вот, который здесь находится, обладатель земель Московской области, который предложил эту землю, и на земле которой потом, благодаря, конечно, огромной поддержке Андрея Леонидовича, я хочу напомнить, здесь не так висит объявление, что банк ВТБ лучший банк. Да, банк ВТБ прокредитовал это строительство. Все прошло без проволочки тоже, практически мы еще не закладывали, не собирали документы. И по минимальной процентной ставке было осуждено. Сегодня нужно перерезать ленточку. Я думаю, что тот человек, который должен родить прекрасного мальчика или девочку. Девочку, потом, пожалуйста. Открытие клинического госпиталя Лапина завершено. Спасибо за участие.